Итак, вот так вот выглядит гипермаркет «Апельсин». Парковку сюда можно заехать без проблем. Идем сейчас сюда. Продукты, сыры, такие вот сулугуни, красивые, классные. Чана, брынза. Творог домашний, сметана 200 рублей, с изюмом всякие вкусняшки. Перекосы 130, яблоки 145, чурчхеллы, какие сладости все. А вот это почем стоит, вот эти? Эти по 150. По 150? Да. Прикольно. 150, да. А вот эти вот? Тоже 150. Фундук 100. Ага. Специи. Вот чаи какие. Абхазские. Имбирь, кисель. Чаи. А почем чаи? Стаканчик вот такой 100 рублей. Стаканчик 100 рублей. Картошки. Огурцы свежие, да, 110. Ой, это что, сливы, что ли, уже, да? Наверное, да. Сливы 150 рублей свежие. Арбуза пепа? Нет, там, конечно, не нужно. 250 рублей. Пятьдесят рублей килограмм. 200 рублей. Вишня. Клубника. 180. А, вот это вишня уже. Маленькие какие, нектаринчики, да? Это слива. Это? Маленький нектарин, мне кажется. А, это нектарин, да. Маленький. Да. Где Маша? А у Маши уже ты тут Маша. Крымскую вишню лопаешь. О, как крупная, 280 рублей. Не трогать, пальчиком не трогать нельзя. И сладости. И всякие пироженки. 90, 110, торты у нас. О чем кукурузы? 25. 25. Да. Возьми штучки 4-5. А вот это черешня почем? 300, да? Классная, вкусная. 100%. Чайное мясо. О, ребро прикольное. Свинина 330. 280 рублей. Лопатка на кости. На шкуре все по 200. Так, это говядина 450. Телятина. Телятина почечная 450. Я
Люля кебаб уже готовый, 350. О, можно приехать, купил вот таких готовых, и уже на шашлык. Обалденно. Шашлык, свинина, 350, ребра. Лопатка свиная, пожалуйста, 270 рублей. По 100 рублей абрикосы и сливы тоже по 100 рублей. Сливы сказал. Не 100. 100 рублей сказал, 100? И то, да. А Маша у нас лопает малину. Маш, вкусная малина? Здорово? Смотри, какая ты чумазая теперь. Оливки классические. Всякие маринованные. Колчатики. Сорти. О, грибы даже есть, 50. Ну, всякие. Море продукты. Нам осьминогов немножко. Немножко. Меньше, 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 меньше. Вот. М&М's? Да. И все. Ты любишь М&М's? Да. Молодец. Сейчас мы много тебе фруктов уже купили. Пойдем. И вот снова нас преследуют самолеты. До свидания, самолет. Все, друзья, будем с вами прощаться. Всем пока.